Ну что, дорогие мои, почему я пью коллаген? Мне 40, я хочу выглядеть хорошо еще долгое-долгое время, пока смерть не разлучит нас хорошо. Почему важно пить коллаген? После 25 коллаген вырабатывается в вашем организме все меньше, меньше и меньше, и как раз после 40 наступает вот это, когда лицо сползло в уровень лифчика, да, если у вас грудь третьего размера, возможно, она его удержит, шутка, но потихонечку начинает стекать лицо. И когда, вот видите, как возвращается кожа, да, упругость. Должна быть упругость. Но в кожу коллаген уйдет самый последний. Сначала будет сердечная мышца, суставы, потом у нас будет желудок, потом только кожа и ногти. Есть несколько видов. Оригинальный я его пью, мне нравится. Это, кстати, пептиды коллагена, да, то есть маленькие молекулы, которые уже 100% усваиваются. Небольшая молекула коллагена. Это оригинальный вкус, совершенно безвкусный, на мой взгляд, идеально пьется. Есть с черникой, этот любит мой муж, я не люблю, потому что сладенькая. И еще есть клубника лайм, тоже я пью, он у меня на даче. Одной упаковки хватает на 40 дней.